Принятие решения о бюджете Одессы на 2021 год не за горами. К предполагаемому распределению средств на следующий год у комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Горсовета. Еще на этапе формирования начинают возникать вопросы. Дорожники города предоставили список улиц, которые планируют обновить в этом году. По мнению главы комиссии транспорта, в пока еще неофициальный перечень вошли дороги, либо ранее отремонтированные, либо те, которые вовсе не нуждаются в ремонте. Почему такой короткий срок? Мы хотим успеть до принятия бюджета, чтобы изменить титул ОДХ до принятия бюджета и не голосовать, не принимать ненужные ремонты. А может быть, чтобы ОДХ предложила какие-то другие адреса нужные. И как раз то, что волонтеры присылают мне фотографии, они уже их присылают. За 3 дня вполне можно успеть это сделать. Я бы тоже очень хотел перспективное развитие дорог. Потому что сейчас все, что мы делаем, это латаем нынешнюю ситуацию, но у нас есть нам нужно сделать связь полей расширения с поселком Котовского, потому что их никогда не будут развивать, если туда не будет дорог. И какую-то часть бюджета, ну хотя бы там 10%, нужно тратить на связь вот этого большевика Живаховой горы с Николаевской дорогой. Или, допустим, проезд на улице Чернышевского, который тоже заставит этот район развиваться. Если там туда будет транспортная связь, то уже застройщикам будет интересно наводить там порядок самим. Оспаривать решение выбранных объектов для ремонта комиссия будет уже в понедельник. А пока неравнодушные одесситы поделились своим мнением насчет опубликованного списка. Как можно внести ремонт покрытия? Там сломала ногу моя знакомая в возрасте. Ее сосед пожилой тоже. Сплошная яма и болото. 12-я линия внезапно превратилась в полноценную проезжую улицу. Переулки рядом тоже. Перекресток Глушко Небесной Сотни. Добавить полосу для тех, кто уходит направо. С организацией островка для пешеходов. Машины и так там ездят, подвергая тех же пешеходов опасности. Плюс покрытие дороги никакое. Суворовский район словно вообще не существует. Вычеркнут из жизни. Було б добре додати ще одну коротку полосу для авто, які з вулиці Артилерійської повертають на стрілку на Краснова в бік площі Толбухіна. Несмотря на довольно приличное состояние некоторых объектов, они все же вошли в список. На ремонт каких улиц выделят сотни миллионов гривен из городского бюджета в 2021 году, будет известно уже на следующей неделе.